Непамятный, а благотворительный. 19 декабря во Дворце культуры «Космос» состоится концерт. Все деньги от проданных билетов городские власти хотят направить на возведение памятника Трифону Вятскому. Накануне в городе прошла репетиция этого концерта. Какими номерами будут удивлять артисты кировчан, увидела и наша съемочная группа. Вместо парадных костюмов на хористах повседневная одежда. В зале свободны почти все места, но это пока, считает дирижер сводного хора Валентина Шатунова. Билеты на благотворительное представление, которое пройдет 19 декабря, купили уже сотни кировчан. По словам организаторов, даже на репетиции юные артисты выкладываются по полной. И на это есть свои причины. Они знают, что вот именно результатом их труда будет тоже построен памятник великому Трифону Вятскому. Вы знаете, это тоже какая-то особая нота в звучании детей будет. Их самосознание, их патриотизм и их действительно ощущение своей малой родины. Участвуют в сборе денег на памятник Трифону Вятскому и некоторые кировские компании. Мы уже принимаем пожертвования в своих кассах, терминалах. Все просто, без комиссий. Но мы решили пойти немножко дальше. И вот тот концерт, который состоится 19 декабря с участием лучших коллективов в области, мы также бы хотели пригласить туда своих вкладчиков. Мы сознательно приобретаем билеты и будем их в качестве подарка дарить нашим вкладчикам. Организаторы рассказывают, представление с участием лучших творческих коллективов города обещают быть захватывающим. Зрители смогут увидеть самые яркие номера, которые были созданы в Кирове в год культуры. Этот наш концерт, он будет именно благотворительным в пользу вот этой постройки скульптурной композиции. Билет стоит 200 рублей, вот так вот он выглядит. Билеты можно приобрести во Дворце культуры «Космос». Все средства от концерта будут перечислены в фонд этого памятника. Всего на памятник Трифону Вятскому требуется 12 миллионов рублей. Пока кировчане собрали около 2. Дмитрий Жидорчук, Елизавета Халикова, Даниил Кочкин, Бюро новостей «Давеча».